Здесь он с нами. Директор по автоматизации и технологизации производственного блока ПИК Андрей Журков. Спасибо. Прошу, как мои коллеги, но немного с другой стороны. Кто не знает группу ПИК? Поднимите руку. Удивительно. Плохо работает наш продажа. Это только в Москве. Продажа. Да. Все-таки не знаю. Про ПИК в целом все знают. Я расскажу про промышленный блок. Промышленный блок объединяет комплексный процесс от проектирования детальных чертежей для производства, производства железобетонных изделий, комплектация, логистика, в принципе, и монтаж на строительном горизонте. В рамках задачи, которую мы представили на хакатоне, мы как раз-таки и предложили участникам рассмотреть вопрос оптимизации логистических цепей, доставок и так далее. В рамках задачи мы попросим не только разработать оптимальный алгоритм, но и создать некую экосистему и связь между заказчиками, нашими строительными монтажными и горизонтами, и связь с нашими внутренними исполнителями, это и дирекции по комплектации, дирекции по логистике, и с нашими исполнителями, которых в принципе очень даже много, это автопарки. Что хочу пожелать, чтобы все отстранились, скажем так, посмотрели немного сбоку на эту проблему, придумали для нас наилучшее решение, креативное и интересное. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу задачу. Успехов и удачи. Спасибо. Андрей, большое спасибо. Огромное спасибо.